Сегодня у меня жуткий день. Сегодня я готова кого-нибудь просто покусать, загрызть. С легкой руки Виолетты на меня написано, точнее, мое имя вписали еще в 2 уголовных дела о местных разборках по поводу недвижимости. Кто кому что продал, как у них там с документами и так далее. Местные разборки меня вообще не касаются, но дело заключается в том, что Виолетта на меня очень зла. Ее бесит, что вместо того, чтобы я на нее работала в качестве рабыни, или, извините меня, голодная и холодная бомжевала, я живу в относительно комфортных условиях. И ее месть пока не возымела действия. Подброшенные наркотики я нашла раньше полиции, их выбросила. И вот сейчас меня вписали в дело, к которому я не имею никакого отношения. То есть к местным делам об имуществе у покупателей квартир с продавцами. То есть я никогда не работала на продавцов квартир. Я вообще не имею к этому, блин, никакого отношения. Но мое имя вписали. И это какой-то кошмар. Завтра иду в полицию и буду... Завтра еду в полицию писать объяснительную на тему, почему мое имя присутствует в этих 2 делах и что я обо всем этом знаю. Черт возьми, я уеду отсюда когда-нибудь или нет? Все это выглядит очень красиво. Но это выглядит очень красиво для того, кто приехал сюда отдохнуть. Конечно, глупо звучит фраза «золотая клетка», то есть она не золотая. Вот, и условия могли быть куда хуже, то есть о чем я неоднократно говорила. Но блин, и еще раз блин, чтобы не говорить матерно. То, что я ненавижу Виолетту, это вот плохо передается в цензурном лексиконе. Поэтому мне даже по этому поводу и сказать-то получается нечего. Вита, если ты это слышишь, черт возьми, говорят, в Индии существует карма. Я никак не могу понять, почему она не работает на тебе и таких, как ты. Но я надеюсь, что тебе, красавица, все вернется. И в ближайшее время тоже. Завтра я иду в полицию писать объяснительную и надеюсь, что заведение вот этих вот дел не повлияет на мой отъезд. Я выиграла дело о визовом нарушении. Меня признали невиновной. Ко мне приходили искать наркотики, у меня их не нашли. Черт возьми, блин, я не хочу судиться, я не хочу никому ничего доказывать. Но если меня будут задерживать здесь, если мне не дадут возможности уехать, я буду открывать дело на тех людей, кто пытался подбросить мне наркотики и меня посадить. И пострадает та самая милиция Кипема и тот человек, который написал это заявление. А я больше чем уверена, что это написало заявление Виолетта, либо ее близкие друзья. В общем, ребята, зря вы это делаете, зря. Не верю в Бога, но хочу вам сказать, и Бог вам, судья, наверное, не подходит. Но, ребята, надеюсь, что жизнь таких накажет строго. И я согласна, скажи, Серега. Давайте. Блин. Бедная я несчастная. Это ужас какой-то. Это просто какой-то ужас.